Ребята, всем привет! Мы сейчас проснулись, у нас 8:47, и мы идем сейчас на завтрак. Потом мы пойдем или вначале сходим на море. Если море чисто, то останемся на море. Если море грязное, то пойдем в бассейн. В общем, будем смотреть уже по ходу дела. Ну а сейчас идем на завтрак. У нас сейчас хорошая погодка, солнышко, класс. Смотрите, что сегодня у нас на завтрак. Какие-то вот это вот слойки. Потом вот это вот, наверное, запеканка, не знаю точно. Еще здесь яички, сало, соус, вот такие вот фрикадельки, наверное, макаронки, блинчики, два вида блинов, простые блинчики и с мясом, огурчики, помидорчики и две каши. А здесь маслица, сыр, колбаски. Вот такие вот фаршированные баклажанчики и хлопья. Так, я буду вот такую вот запеканку со сгущенкой, булочку, я не знаю, с чем это булка. Попробую, вам скажу. Потом решила взять вот такие вот, попробовать баклажаны и кабачки. И мне, конечно, больше нравятся баклажаны, но и кабачок взяла, попробую. Мама тоже взяла себе кабачки, баклажаны, огурчик, помидорчик. И папа взял еще вот такие вот блины. Вот это вот, оказывается, блины с начинкой, я не знаю, с какой, тоже попробуем, скажем. А это блинчики с мясом. А Миланка будет кашу. Все, всем приятного аппетита. Слышите, как птички поют? Такая красота. У нас так жарко, прям душно. Вчера было холодно, сейчас прям душно. Погода очень быстро меняется. И сейчас мы идем на пляж, мы уже позавтракали. Кстати, слойка-то была с малиновым джемом, а блинчик все-таки был просто блинчик без начинки. Ребята, мы уже вышли, я решила на море взять вот такой вот новый круг. Мне он так нравится, просто красота. Сейчас возьмем кепку, потому что очень сильно солнце, а очки я не захотела надевать, поэтому возьмем кепку и идем на море. Слушай, а может махнемся кепками? У меня голубая к тебе подходит, к твоему платьюшке, а у тебя розовая, у меня розовое платье. Ну давай махнемся. Я не против. Класс вообще. Мне он так нравится, просто посмотрите, какая красота. А какие фотки будут? Мы уже подошли на пляже, намного больше людей сегодня. Но вода еще такая грязноватая, но в принципе нормально. Я уже искупаюсь, на кругу поплаваю на волнах, я обожаю это дело. О, я не испугалась. Но еще волны есть, но не такие большие, как вчера. Пойдем. Так, давайте посмотрим температуру. Смотрите, воздух 23, морская вода плюс 19. Холоднее, чем вчера. Но воздух, на самом деле, намного теплее, чем было вчера, на самом деле. И мне кажется, вода тоже теплее, поэтому там показывают неправильно. Или это написали прям рано-рано утром. Так, а мы идем. Я поплыву немножко подальше, потому что на берегу прям грязная вода, а подальше почище уже вода. Не, ребята, вода просто ледяная, я не пошла купаться, я помочила ножки только и все. На больше меня не хватило, потому что вода реально просто ледяная. Никто вообще сейчас не купается, только на кругу, и то самые смелые отчаянные. А вообще, на самом деле, очень жарко, просто вообще жара невозможная. Небо чистое, практически вообще нет облаков, и солнце просто печет. Ужас. Ну, ужас. В хорошем смысле ужас. Так что вот так. Отдыхаем. Вот, посмотрите, какое небо. Вот, смотрите, маленькое. Вот оно, маленькое облачко. И там вот еще облака за зонтиком. То есть вот так вот. Ребята, я только сейчас заметила, что, оказывается, мой лак розовый. Меняет цвет. Вот видно, что около кутикул, видите, такой розовый цвет. А здесь вот уже он такой фиолетовый. Это от солнца, скорее всего, от солнечных лучей. Я только сейчас это заметила, представляете? Классно. Ребята, мы уже собрались, я искупалась,
накупалась в море, водичка стала теплее и чище. Вот здесь вот грязная линия, а дальше, просто не могу показать, много людей там. Ой, чуть не упала, а дальше чище стало. И я немножко подальше отплыла, и вообще кайф, классно. По волнам покаталась. Ну, в общем, я вам понаснимала там все, увидите. Ну, а сейчас мы идем дальше гулять. И вечером, скорее всего, пойдем в бассейн. Кстати, я сейчас нафоткалась, в Инстаграм повыкладываю фотки, так что, кто еще не подписан, обязательно заходите и подписывайтесь. Ссылочка будет в описании под видео. Новую кафешку пойдем. В нашем отеле мы уже попробовали ужин, решили попробовать где-нибудь в другом месте. Так что идем кушать. А потом еще пойдем на рыночек, будем снимать на мини-шоу видео. И я еще хочу снять на бьюти видео. В общем, пойдем. Так, мы уже зашли. Смотрите, какие здесь десерты большие. О, цезарь, мам, возьми цезарь. А, да? Ну ладно. Ну, бери, я тоже попробую. Давай помогу. Помочь? Давай. О, люля. Салаты какой-нибудь делаешь? Нет, я салат, наверное, не буду никакой. Там, здесь, смотри, тоже есть какая-то по-киевски, есть люля. Картошка, рыбка. Вот такие вот разные закусочки. Гарнир, картошка. Так, я буду картошечку по-деревенски. Люля с луком. Мама цезарь, я тоже у нее попробую. Вот такой вот баклажан, это мы с мамой пополам съедим. Мама еще взяла себе рис, а папа вот такое вот блюдо себе взял. Два фаршированных перца и макаронки. Все, ну и конечно же еще белый хлебушек. Все, всем приятного аппетита. Мы зашли опять на рыночек. Ой, смотри, какой здесь матрас яркий. У нас такой голубой, надо его... Ну посмотри, какой он яркий. Вообще... Цвет суперский, неоновый. Я такие матрасы еще не видела. Цвет имеешь? Да. А вот смотри, какой матрас. Сюда ложишь, садишься, и как бы ты в воде и плаваешь. Прикольно. Прикольно, да. А вот смотри, плод. Я не знаю, что это, арбуз, ананас. Ой, ананас. Какой-то... Апельсин. Апельсин. Почему он розовый? Не знаю. Кружечки разные. И везде написано «Черное море» и «Дивноморск». А еще Геленджик. Смотри, какие брелочки. Прикольные, да. Ой, вот смотри, кошечка какая. Столько этих безделушек уже. Куда их все? Не знаю, у нас тоже. Смотри, дельфин какой. Может, ларек откроем? Давай ларек откроем, ребята. Как вы считаете, откроет ларек? Лебедь. Все очень красиво, но у нас этого столько всего. Все, пойдем, нам это не надо. Пойдем. Правильно. Смотрите, что я еще нашла. Татуировки для ногтей. Я такого еще не видела. Только они, правда, все черные. Ну, посмотри, может, если не черные, выбери. Они все черные. Разные рисунки, но они черные. Были бы беленькие, было бы прикольнее. Я еще не видела татуировки. Игрушки есть, полки разные. Все, пойдем. Точно все? Да. Точно. А вот смотри, все слаймики какие. Смотри. Вот этот вот. Крутой. Ой, смотри, здесь еще конфетти. Ой. Класс. Еще желтый он есть. Так, ладно, все, выходим.